начала февраля в Суворовском районе действуют своеобразные пункты обогрева. Синие палатки с надписью «Доверяй делам». Эти палатки установлены по инициативе председателя фракции партии региона в Одесском городском совете Геннадия Труханова и молодежной инициативе «Завтра Суворовского района». Активисты этой молодежной инициативы с утра до вечера находятся в палатках и угощают всех желающих чаем и печеньем. Хотя самое главное даже не чай, а внимание, которое греет одесситов даже в самые лютые холода. Мы делаем чай горячий всем желающим, потому что сейчас на улице холодно. Люди, которые стоят и ожидают маршруток, могут подойти и выпить горячего сладенького чая бесплатно. Вот у нас стоит в палатке обогреватель УФО. И люди, которые замерзли в ручке или в ножке, они могут погреться. Палатки с горячим чаем установлены по 10 адресам Суворовского района. 2 возле Пересыпского моста, 2 по улице Бочарова, по 1 на 7 Пересыпской, в Лузановке, на улице Маловского, а также по проспекту Добровольского и по Днепропетровской дороге на пересечении с улицами Марсельская и Заболотного. Возможностью обогреться в непривычные для Одессы морозы жители Суворовского района пользуются с большой охотой. Спасибо Геннадию Труханову за то, что можно выйти на остановку и не стоять, не трушиться, не мерзнуть. Можно выпить горячего чая, немножко согреться и направиться домой. Вот мы стоим на остановке на Бочарова. Очень хорошая молодежная инициатива Геннадия Труханова, Геннадия Леонидовича. Очень большое ему спасибо, благодарность, что согревает нас, чаем горячим поет. Очень большое спасибо, что можно погреться, напиться чая горячего. Когда ждешь маршрутку, можно попить горячего чая. Организаторы палаток с горячим чаем обещают, их пункты обогрева будут работать до окончания морозов. Так что если вы живете или оказались в гостях в Суворовском районе и продрогли долгое время, находясь на улице, или заждались маршрутку на остановке, ищите синие палатки с надписью «Доверяй делам». Здесь вас обязательно согреют.